Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Волгоград, где сегодня здесь на прекраснейшей Волгоград-арене состоится матч 15-го тура. Велбет первой лиги, Ротор принимает КамАЗ. 16 августа. Что это за дата, спросите вы? А я вам отвечу, это дата последней на данный момент победы Ротора на домашней арене в этом сезоне. Номер 13 Дмитрий Тананеев, 18 Никита Мельников, номер 81 и Артем Суханов, номер 76. Идем выше, и там мы видим Павел Горелов. Опеков сегодня в запасе, а это подача в штрафную. Ну, неплохо, неплохо. Проверили футболисты КамАЗа оппонентов. Теперь уже в верховой борьбе пришлось проявлять себя, относящийся к категории молодых. Подача неплохо, но выше ворот прилетает мяч. И я прекрасно понимаю сейчас Никиту Чигрова, который высказывает недовольство своим партнерам. Были и не самые приятные моменты, но об этом сейчас не будем вспоминать, потому что удар Ротора. Потому что Владислав Тюрин, вот отмечал я Дамира Таликина, который издалека несколько раз сегодня бил. Но вот также Владислав Тюрин из глубины очень неплохие создает моменты для своей команды. Который сейчас в атаке, который сейчас штрафной, который сейчас наносит удар. Чигров в игре и с внешней стороны сетки ворот мяч касается. Чигров снова недоволен своими коллегами. Ну, не очень аккуратно футболисты КамАЗа распорядились мячом. И удар получается с дальней дистанции. Удается здесь Купцову сохранить мяч в поле? Да. Удалось, не будет тут углового. Наскучились они по победам. Напомню еще раз. 16 августа состоялась победа последнего Ротора на домашнем поле. А вот сейчас они очень близки к тому, чтобы выйти вперед. Но спасается КамАЗ. Расстроенные игроки Ротора. Вот в этом эпизоде были они максимально близки к тому, чтобы выйти вперед. Сразу три футболиста оказались во вратарской. Но все же Купцов с партнерами вышли. Поднимается на ноги. А у Ротора еще один угловой. Танашев дает свисток. Подача. Очень хорошая подача. Удар, замыкание. 1-0. Ротор все-таки забивает. Фейерверки на Волгоград-арене. Выходит вперед команда из Волгограда. На 87-й минуте этого матча. Тюрин. Ну какая подача. И Лаврищев оказался на мяче на правой штанге. Вот еще раз смотрим этот повтор. А кто там? Там Кухарчук, между прочим. Да, вот он скинул как раз мяч на Лаврищева. Да, да, действительно, это был Кухарчук. Вот он отправил мяч туда, в район правой от себя штанги. Что должно помочь гостям? Ну, может быть, Танашев позволит еще чуть-чуть в этом матче сыграть? Нет, не позволяет. Ротор КамАЗ 1-0. Первая за два месяца победа волгоградской команды у себя дома. Поздравляем Ротор, поздравляем Лаврищева с победным мячом.